Доброе утро, с вами Дмитрий Кипень. И сегодня для вас я приготовлю бутерброд. Горячий средиземноморский бутерброд. 5-10 минут и гарантирую, ваше утро начнется вкусно и правильно. Для бутерброда нам понадобится томаты черри, сыр моцарелла, тостовый хлеб и базилик. Начинаем готовить. Для горячего бутерброда необходимо натереть сыр, моцареллу и распределить равномерным слоем на тостовом хлебе. Это будет первый слой сыра. Дальше мы выкладываем томаты черри. Наш бутерброд также можно назвать бутербродом капрезе, потому что у нас здесь присутствует и моцарелла, и томаты, и базилик. Выкладываем томаты черри, базилик, рубим его мелко. Также чеснок. Посыпаем томаты черри смесью базилика и чеснока. И сверху опять это все засыпаем моцареллой. Бутерброд можно расплавить в микроволновой печке или запечь в духовке. В духовке у него получится более аппетитная, хрустящая корочка. Отправляем в духовку. Пять минут, и горячий бутерброд будет готов. Сегодня для вас я приготовил горячие бутерброды, а еще больше рецептов смотрите в телепроекте 50 рецептов первого по выходным на Беларусь 1. Увидимся, пока!